так скачал игрушечку. Ну как? Типа, эта игра выйдет только через 13 дней. Вот, я тут маленько побегал вначале. Так, посмотрел, что как. Типа, ну, как таковых настроек здесь по факту и нет. Поэтому... То есть... Как-то вот так. Оставлю стандартные настройки. Звук. Так. По факту... Ну... Как бы, на самом деле, игра прикольная. Ну, по крайней мере... Из того, что я увидел. Тут, кстати, в начале игры почему-то очень сильно подлагивает. И судя из описания игры, типа, некий непонятный дядька, вот, типа, вот этот really мужик похитил ребенка. Джейми, да, вот ребенка зовут Джейми. Oh, Theodore, beautiful work, thank you. How типа вот у него маска такая странная, прям вообще. Мне интересно, типа, будет ли он без маски. I can't да, зовут этого типа мистер Франклин. Типа, он зачем-то похитил your мальчика маленького. So beautiful little fingers. It seems you are 11? 12 years old. Why are you so quiet? I see a model without voice functions. Он так тихо это все говорит. Relax. You will speak again. You will speak like you've never spoken before. Агрессивный дядька мой. Sit here and wait for me. Типа сиди жди меня, да, да, конечно. Oh, and don't be afraid. Я так подозреваю, будут какие-то громкие очень звуки. Возможно, с моей стороны иногда будут громкие звуки. Типа это демка. Как я понял, основной игры. Так, вот, ну типа Guitar Boy, да, вот гитара стоит. Что-то... Не, так не работает, к сожалению. Угу. Есть обучение. Это что? А, это типа отгибаются резинки или что это? Это такое. Да-да-да, хорошо. А, здесь он описывает про маленького, вот про этого, про Джимми, типа описание идет. Маленько непривычно, на Escape не закрывается. Так, инвентарь. Ключи. Понял. Лол, он сидел в коробке. О. Я забрал своего зайца. Так, может еще где-то можно пошарить. Часы. Чего? А. Твою мать! Сука, это так громко было, блядь!
Ебаться в телевизор, нахуй. Извиняюсь, эмоции, маты. Еще вот, типа, ничего не видно, слишком темно. О. Нас снимают скрытые камеры. Окей. Он топает, типа, не как маленький мальчик, блядь, а как здоровый взрослый мужик. Так. Секундочку. Ага. Угу. Угу. А, вот есть ребенок. У него кукла ребенка. Странная семейка немножечко. Ладно, не суть. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ничего нельзя открыть, ничего нельзя посмотреть. Что ж, можем двигаться дальше. Так. А, на shift бегать. Угу, надо найти ключ. Я вот просто очкую, что сейчас вылетит какая-нибудь херня и... Это... Что это? Ясно. Какая-то очень темная комната, типа... Нельзя прыгать, не... Просто тупо вперед-назад, вправо-влево и бегать. Окей, понял. Но выбора нет. Очень очково сюда идти, на самом деле. Может, тут есть ключ где-нибудь? Чё, вот эти тряпки стоят какие-то непонятные. Может, здесь всё-таки есть где чё полазить, открыть? Мистер, вы мне не подскажете, как мне выйти отсюда? Хотя... Вряд ли. Так. Везде есть камера почему-то, типа... Это какой-то... Квестовый дом. Типа... Бля... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как это понимать? Так. Типа просто... А, эти фигуры были накрыты тряпками. Опа.
Я иду непонятно куда. Ладно, я туда не пойду. Пожалуй. Может, с гитарой еще надо что-то поделать. Фух, так, ладно, погнали. Я надеюсь, они, ну, типа, ничего не сделают. Вообще, это просто, типа, статуи. Когда я здесь стоял, здесь видно было стену. То есть, я, кстати, первый раз, когда запустил игру, посмотреть, как она работает, вообще нормально, нет. Хотел посмотреть настройки яркости, но, естественно, я их не нашел. Так, это моя игрушка. Здесь вот видно какую-то стену. Значит, я не все везде посмотрел. Так, стоп, тут же ничего не было. Окей. Хорошо, понял. Так. Ну, типа, нам надо взять свечку. Where did I put my axe? Так гораздо лучше. Что он смотрит так странно, да? Может, ему игрушку дать? Окей. Я понял, значит, он просто дует. Кстати, если у меня теперь есть фонарик, я могу сходить посмотреть, что там. Оу. Я думаю, это мешки с мусором. Да. Ну, просто без вариантов, это мусор. Так, надо главное обойти вот этого. Ну и
идти сюда. Типа, других вариантов нет. Что это, блядь, такое? Может, кому подойти надо, типа, игрушка? Ах ты ж, сука! По привычке начал тыкать на пробел, чтобы упрыгать. Это... Так, а если я сейчас подойду и меня дерну? А, вот опять этот шепот, короче. Блять. Так, а это, видимо, письмо Франклину. Ну, типа, переводчик у меня никакой, поэтому я подержу подольше, чтобы знающие почитали. Если что, можно, в принципе, как бы погуглить. Погуглить. Так, нет, туда я нахуй не пойду. Дядь. Дядь, дядя, откроешь дверь? Ну, блядь, я не хочу туда идти, открой мне дверь. Они типа встали спиной. Ладно, это просто игра. Ничего такого. О, ключ. Там что-то написано про мать. Тут, видимо, коробки с вещами. Я надеялся, что вот это ключ. Ну что ж. Камера. Так, фу, все, ладно, смотрите дальше. Если не могу открыть здесь, не могу открыть там. Сюда не подходил. А, нет, сюда подходил. Может, здесь какой-нибудь ключ потерял. Вернее, пропустил. Oh, there it is.
Может, надо было проходить так, чтобы меня камеры не видели? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ты дуешь на свечки, я знаю. Чего? А чего они ушли? Он типа ходит там поверху, что-то бубнит на своем непонятном. А тут и все вообще. Ой, как я люблю этих соседей. Собственно, началось опять. Так, это все я читал. Я точно что-то где-то пропустил. Может, он как-то на полу валялся, я не увидел, или еще что-нибудь. А, ну вон он, типа, на меня смотрит, походу. Бьется надо мной. Ну типа ха-ха. А, ну вот еще одна камера, ну. То есть, ну, везде камера. А что? Типа. Почему здесь тряпка не снялась? Только там что-нибудь ценное. Хотя для типа мелкого. Типа здесь не открывается. Здесь я уже все собрал. Ну тут уже не так очково ходить, типа. Все произошедшее уже произошло. Кроме вот. Одни закрывают других. О! Журнальчики. Ха. Интересно. Так, ладно. О! Я же говорил, пропустил, бля. Ну, дядька. Так. Чё происходит вообще? Типа, когда я что-то делаю, фигуры меняют свое местоположение. Понял. Не удивлюсь, если сейчас здесь будет стоять. Так, где ты, задуватель? Вот он. Типа есть два варианта. Либо это ключ от этой двери. Сука, нет, это от той двери, где храпит тетка. Ну что ж. Ладненько. Все, пойдем. Пойдем к бабушке в гости зайдем. К бабушке. Ты чё, на меня напасть хотел? О, а эта тетка пришла. Ха, пришла. Лол. Очень странно, конечно.
Вот чё, вот ты почему не отошёл? Если смотреть по пикселям, то тень шевелится. Это, блядь, шутка такая? Хватит надо мной ржать, нахуй. Ладно, чё, это и игра, и всё, и это не страшно. Вообще нет. Стоп, а если это тетка забрала того типа мелкого, который там лежал? Блять, на меня сейчас нападет какая-нибудь бабка, нахуй. Че, какая хуйня произойдет? Да? Отверткой ткнуть в рыбу, а рыба ткнет в мужичу. Так, ну... Это типа была подсказка или что? О! Кстати, там была какая-то фигура с рыбьей головой. Ты не ты? А где ты? Я пожарил котлеты. Ну, это манекен, да, я понял. Ух ты! То есть они меня сейчас туда не пропустят, да? Везде стоят эти забиватели. Сука! Во, надо вот в эту рыбу ткнуть. Везучий мальчик, что? Выпустите меня нахуй отсюда. Угу. Все, я прошел. Ты сейчас серьезно? Ты мне свечку задул, блядь. Скотина. Да отойди. Так.
И чё? Да пошёл ты. Ох! Он же на меня смотрит, да? Он же на меня смотрит? Сука, серьезно, он на меня смотрит. Пепсикольный. Привет. А чё, в смысле он дверь закрыл? Изнутри. Ладно, я иду за свечкой. Так. Ок, я понял. Ты посмотри нахуй. Иди в жопу, малой. Сука, тут не только на очко сесть можно. Особенно, когда у тебя, блядь, кот рядом бегает. Я тебя вижу. Ну серьезно? Нахуй ты задул-то ее? Как его обойти? В голову себе дунь, суп. Ля, мне аж жарко, как-то спрятать там. Так, Джей, это подсказка, я понял. А это инвентарь. Так, типа я не удивлюсь, если здесь что-то поменялось. Но нет, мешки с говном так же валяются. А, здесь что-то было, что-то стояло. Что-то он слишком довольный. Может, я в Бостон? Лол.
Глаза закатились просто за спину. О. Короче, пока я хожу, ты, дядька, решил ее задушить. Из-за того, что она с рыбой. Я понял. Вашу Наташу, блядь. Типа, когда вот эта хуйня перекрывается, я понял, что-то будет. О, ты открыл мне дверь? Спасибо. Ну, она вон она шевелится. А ты чего плачешь? То есть один ржет, а другой плачет. Третий молчит. Это типа эмоции, да, какие-то. Типа чё? Типа, оу, май, я проговорился. Какой ты дебил. Я понял, окей. Можно не пойти туда? Сейчас что-нибудь будет, сука. Блять. Сука, блять, нахуй, я так и знал, что он заорётный. А чё, в смысле? Он считает до 10. Hi. Чисто фотка пацанами. Ну, дядь, ты заебал. Не, по факту игра вообще не страшная. Ну, типа, бывает. Мне нужен ключ. Это тоже мешки валяются. Я просто пройду мимо. Типа, я чё, я не слышал. А, ясно. Дути, как тебя
заставить дуть нахуй. Ой, вернее, не дуть. Дэкш. А почему одни и те же журналы? Чё, другого ничего не читает? Скучный мужик. Ля, это чё, мне придется все-таки туда заходить, да? Да, я понял. Типа, вот выход. И мне надо найти ключ. О! Типа, блядь, здесь всякое кровище, да? Вот кровище тут. Судя по всему, бабушка поела, нахуй. А, их вскрывали. Да, вот они тут валяются. Кувалду можно? Ну, пожалуйста, блядь, хоть молоток дайте. Так, блядь, в голову, в шею, вернее, воткнули. ДСМ комнаты нахуй. И чё ты, типа, дверь сломать можешь? Дядь, ты не двигайся. Опаньки, а тут съебался, видимо, кто-то. Франклин, это, блядь, я сейчас даже загуглю. Ну-ка. Что-то просто очень знакомое. Ну, типа, я понимаю, что это не Франкенштейн. А, ну вот, типа, 32-й президент США, понятно. Есть еще Франклин Клинтон. А, понятно, это не то. Вообще ничего подобного нет. Очень жаль. Так было бы очень интересно. Ну что ж. Ну да, блядь. Вот они, прибежали нахуй. Защитнички, блядь. Вот и что записка. Да, понятно. Thank you.
Ну да, свечек тут нигде нет, конечно же, блядь. Да не дуй ты. Мне надо вернуться назад. А не, идите нахуй. Пошаговая стратегия, блядь. Ну что ж. Ну да, это тетка. Теодор, о, новое имя. А, это комната, которая была закрыта. Ясно. Типа это... А, ну все, меня тут не выпустит. Ой, малой съебался. А не дуй ты, я уже без свечки давно, блядь. Последнюю задул, сука. Чувак, у тебя гвоздь в спине, блядь.
Надо же что-то найти, получается. Взять какую-нибудь стамеску. Ну, понятно, Франк не станет эксперименты. Ясно. Да, его как-то надо заткнуть. А вот как? Серьезно, тетя, прости. Ну, сука. Сейчас будет какой-нибудь движ, нахуй. По-любому. А что делать-то? Ну заткнись. Thank you.
Ясно? Мне пизда. Я забыл, где дверь выхода. Там что-то дичь какая-то здоровая прям бегает. А, он кругами бегает. Блять! Сука, я ж сам напугался. Так, теперь надо вспомнить, где был выход. Понятно. Типа надо бежать к двери, возможно, это. Блять, с какой стороны отсюда была дверь? Сейчас я, конечно, поржу, если он просто сюда зайдет и все. Так, где он теперь? Мне как-то надо мимо него Здравствуйте! Ладно, дубль 3, блядь. Или 4.
нельзя присесть. Что за прикол это, блядь? Как мне от него выкатиться? Или у меня должна быть неебическая память, но... Более, ну, блядь, это игра за ребенка, и нельзя присесть, спрятаться куда-то, еще что-то. Он просто, у него вместо ног две палки, он не может присесть. Дошел. Дверь теперь не помечена, вот что обидненько. Спрятался. Сука, да как оттуда выйти-то, блядь? Да не ори ты, нахуй, можно что-то дать. Да, вот отсюда идешь. Сука, я играю уже, блядь, час. А чё стоял, смотрел-то? Мог сразу меня ёбнуть. Хуйня-то какая, а? Thank you.
блядь. А, ну вот он говорит. Эй, дядя. Короче, понятно. Типа ты все равно никуда от него не убежишь, нафиг. Вот, тут какой-то трейлер уже. А, типа, тут за нескольких детей, видимо, можно будет играть. Потому что это вообще другие локации. Типа как-то так. А, полную версию еще посмотрим, сколько она будет стоить. Поэтому как-то так. На этом все. Пожалуй, хватит на сегодня.